Грабеж не состоялся. Мимо ехал полицейский и все испортил. Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Александр Павлов заметил женщину, которая бежала за мужчиной с рюкзаком и звала на помощь. Бросился в погоню, грабитель попытался оказать сопротивление, но безуспешно, и был задержан. А камеры наблюдения в продуктовом магазине нарисовали картину преступления. 29-летний гость города украл полный рюкзак алкоголя. Теперь по статье «Грабеж» ему грозит до 4 лет лишения свободы. И, кстати, это не первая его статья. Он уже не раз судим за кражи. Почти 100 метров сетей установили в Миусском лимане браконьеры, не обращая внимания на путину, и успели наловить в них 12 мешков рыбы – пеленгаса, сельди, карася, судака. Но нажиться на ней не успели. Пограничники нагрянули, когда они в лодке возились с сетями. Браконьеры попытались сбежать, но от пограничного катера не ушли. 2 40-метровые сети и лодка изъяты. Ущерб водным биоресурсам подсчитан – 850 тысяч рублей. Нарушителям грозит уголовное дело со сроком в колонии до 5 лет. Решается вопрос о его возбуждении. Пока возбуждены дела административные. Пятая часть работ по капитальному ремонту Дворца спорта уже практически сделана. Как движется обновление этого важнейшего для города объекта, оценил Василий Голубев, осмотрев стройплощадку и пообщавшись с подрядчиком. 55-летний дворец ни разу не ремонтировался, и теперь на 3 года работ выделено больше 1,5 миллиарда рублей. Хотя, возможно, управиться удастся на 3 года раньше плана. По крайней мере, цель такую губернатор ставит. В общем, ориентир ставим, не ориентир, а задачу определяем как 1 июля 2025 года. Если все идет нормально 1 июля, если какие-то обстоятельства, которые мы не предугадываем или появятся, ну тогда мы понимаем, что проектное решение только конец года. Ну, 2025 год. На сегодня строители демонтировали плиты игровой площадки, кресла болельщиков, системы вентиляции и отопления, холодильное оборудование, электропроводку и перегородки. Впереди усиление основания, восстановление несущих конструкций, замена всех инженерных систем, установка системы быстрого монтажа-демонтажа хоккейной коробки, ведь хоккеисты будут делить площадку с гандболистками. Оборудование ледового катка осовременят, но вообще в итоге здесь будет универсальная арена для гандбола и волейбола, бадминтона и настольного тенниса. Вместимость трибун с 3000 вырастет до 5, а рядом станет больше парковочных мест. О том, какого высокого уровня этот турнир, говорит присутствие на открытии главного тренера сборной страны Валерия Карпина. 14 лет уже возраст хороший для того, чтобы начать прогрессировать, как раз для того, чтобы попасть в первую команду, в первые команды ваших клубов. Знаете, если следите за Ростовом, в Ростове достаточно у нас сейчас в данный момент воспитанников академии, и уже в 17-18 лет у нас уже ребята играют в первой команде. Если посмотреть на команды участницы Кубка Дружбы, кажется, да это просто таблица РПЛ. «Зенит», «Ростов», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив». Академии этих футбольных клубов будут бороться за ростовский трофей. С ними победитель недавнего отборочного турнира в Ростове – Сочи, победитель отбора в Белоруссии – Минск и команда спортшколы «Строгино». Итого 8 коллективов игроков до 14 лет. И глава администрации готов заинтересовать их даже материально, причем сразу в 3 номинациях. Можно уверенно сказать, что действительно сегодня Кубок Дружбы стал визитной карточкой. И, конечно, по таким неофициальным оценкам таких высоких специалистов, сегодня он считается одним из таких серьезных, одним из лучших турниров Российской Федерации. Ну, еще раз говорю, конечно, среди наших юношей, ставы своих клубов. Ну и, возможно, кто-то из них, конечно, попадет и в команду номер 1. Завершится турнир в субботу. В этот день пройдут матчи за призовые места и финал. Уроженка Ростова Айка стала москвичкой. В столичный зоопарк ее перевезли под общей анестезией в сопровождении главного ветврача. Сейчас медведица чувствует себя хорошо, обедает с аппетитом, исследует новое место. Первый месяц она, как положено, проведет на карантине под наблюдением ветеринаров и зоологов. Вольер в это время будет закрыт баннером во избежание стресса у новосела. Закончится карантин 7 мая. В московский зоопарк Айка переехала по программе сохранения белых медведей.